Итак, нет уже сил скрывать, куда и с кем мы приехали. Миша, Дима, и это еще не вся бригада, с которой мы будем... Самое главное будет позже. Будем покорять новые маршруты. Три мушкетера уже есть, остался Д'Артаньян, ждем его. Кстати, больше похож на меня. Итак, ребята, я на точке, вот будем ехать на вот этой машине. И еще у нас будет три, то есть нас вообще четыре мушкетера, три, один парень нас ждет на одной локации, которую он поехал сам. Ну это серьезно, наконец-то, я не про тебя. На спортике страшно. Давай куда-то кину. Сейчас не представишь. Просто короче, я проснулся и оказался вот этого здания. Сейчас будем разбираться, что за город. Так, ребята, не подскажете, что за город? Молодой человек, отвалите, пожалуйста. Тоже не местные, да? Похоже на Одессу. Похоже на Одессу. Ну, ребята говорят, похоже на Одессу, будем разбираться. Вот, мы дождались. Это главарь этого движения. Вот, человек, который не пропустил ни разу. Итак, друзья, пришло время рассказать все-таки, куда мы направляемся и с кем. Вы уже увидели у меня в сторис холостяков в предыдущих сезонах. И последнего героя, Миша, Никита и Дима, отправляемся в путешествие, так сказать, по Одессе, по Одесской области. Сейчас я вам покажу этих преступников. Слетка. Итак, мы готовимся к съемке. Миша, Дима, Никитос, Голливуд. Тихо, по улыбкам.